Не следят за своим здоровьем. Около 80% россиян осознают необходимость делать это, однако тщательно об этом заботятся всего 12%. Данные приводят специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения. Такой опрос они провели накануне. Стараются следить за здоровьем, но не всегда получается у 68% граждан. Чуть меньше 20% и вовсе не уделяют внимания своему здоровью. На вопрос, сколько раз вы занимаетесь физкультурой в неделю, почти половина опрошенных ответили: один раз или вообще ни разу. Ну и по статистике, за своей физической формой чаще всего следят женщины. Мы решили выйти на улицы Саратова и узнать у горожан, следят ли они за своим здоровьем. Как вы считаете, вы следите за своим здоровьем? Не совсем. Почему? Следите. В этот спортзал схожу, занимаюсь, вот, а по врачам нет. Потому что напряженно все это дело. Делаю сеанс растяжки позвоночника, стою на втором сердце, массаж для ног, для кровообращения, для восстановления иммунитета. Следишь ли ты за своим здоровьем? Ну да, занимаюсь спортом. Питаюсь, конечно, неправильно, но хоть что-то делаю. Это занимаюсь каждое утро до вечера. Чем занимаетесь? Спортом. Бокс, карате. Тэквондо. Молодая мама, вы следите за своим здоровьем? Слежу. А в чем это проявляется? Здоровое питание. Ну, во-первых, я на диспансерном учете стою и каждый год езжу в санаторий. Зарядку делаете по утрам? В моем возрасте вредно зарядку делать. Шапку одеваю, когда холодно. Шарф. Сегодня тепло, сегодня одел.